Hey, yo, guys, с вами Шумки, и сегодня мы поиграем в одну игрушку от Devolver. По всей галактике рассказывают легенду. Но что только будет со звуком нормально. На далекой планете стоял мрачный замок. И однажды огромная армия обрушилась с небес прямо на цитадель. Так, время подрубить. Замок был разрушен. Но под его обломками остался артефакт великой силы. Пушка, убивающая прошлое. Со временем замок восстановили. И многие, услышав эту легенду, решили все поставить на карту ради еще одной попытки. Чтобы получить эту награду и отменить все, что было сделано ранее, они должны... Ну, короче, вот Энджер Деганджин у нас, да? Мужичок какой-то. Вот сам замок. О, дракончик там сидит какой-то. Так, давайте сразу по игре. Откуда у меня три? Да. А, так я играл уже в нее. Нормально? Ага. Так, у нас здесь с вами... Давайте как... Сначала посмотрю этот. Ладно, выберу перса. У нас здесь есть десантник, пилот, преступница и охотница. А я играл давно в эту игру, когда она еще вышла. А имбова была охотница из-за своего арбалета. Давайте возьмем десантника, я думаю. Пока что. А дальше посмотрим, но я хочу сначала проверить, как там звук. Так, микроружье открыто. Так, кобальтовый молот открыт. Так, я хочу проверить запись. А, не знаю, короче, давайте, я немного звука прибавил. По идее, должно быть нормально. Если нет, я просто перезапущу всю игру. Заново. Так, хорошо, хорошо. Так, оружие. А, всегда с тобой. Полуавтоматическое, блин, немного, конечно, буквы здесь, такие большие пиксели. Бесконечный боеприпас не показывает скрытый. Так, не показывает скрытые стены. Пистолет морпеха привез в оружелие. Некий рядовой из лаборатории Капсюльдайлен. Это оружие выглядит прочным, но бывает подводит в самый неподходящий момент. Окей. Активная. Мне нужны магазины. Активная. Вызывает тайник с боеприпасами. Военная подготовка. А это у нас тайник со снаряжением. Мне дронут перед лицом врагам. Воспоминания о годах военных подготовок улучшают навык обращения с оружием. Окей. Что здесь у нас? Здесь у нас почему-то значки уже показаны. Оружие. Так, арбалет. Полуавтоматический, один из самых ранних образцов оружия со спусковым крючком. Вот это за что я говорил, ламбовое. Никаких но-но. Обрез. Полуавтоматический дробовик, переданный для скрытого ношения. Укороченный ствол увеличит разброс, но при стрельбе в упор он также смертоносный, как его... Так, как и его полноразмерный родственник. Хорошо.
Ржавый пистолет. Еще стреляет, как правило. Полуавтоматическое. Бесконечный боеприпас не показывает скрытые стены. В оружие ржавый пистолет привез один охотник. И несмотря на уставшую конструкцию, устаревшую конструкцию и следы ржавчины, эта штука выглядит сравнительно новой. Очень странно. Пистолет морпех, это мы читали. Бродяга особого назначения. Маленький и эффективный. Полуавтоматический. Бесконечный боеприпас не показывает скрытые стены. Благодаря особому назначению. Подарок пилоту от напарника. Этот ствол не подвел пилота ни разу. У этого торопыги палец пляшет по крючке. И он часто попадает в переплеты. Так. Выбраться из которых ему не по силам. Недорогой револьвер, доступное оружие, полуавтоматическое, бесконечно боеприпас, не показывает стены. Недорогой револьвер привезла в оружие одна печально известная беглянка из регионального магистата гегемонии. Ходайство преступницы о замене пожизненного заключения, а ссылкой в оружие была удовлетворена. Государству это ничего не стоило, а потом ей позвонили исправить день так. Содеянное и навеки остаться в оружии. Недорогой револьвер дешево выглядит и часто дает осечку. Осечку им пользуются лишь самые нуждающие в оружии. Дуртиковая пушка. Прилипчивая. Так, полуавтоматическая. Бесконечный боеприкас не показывает скрытые стены. То, что делал так. Детям мало лет, еще не означает, что им ничего менять. В прошлом. Может быть, какая-то юная душа хотела бы, чтобы старший брат взял на себя вину за пролитый на постель виноградный сок. В оружии и менее важные события ставили поводом для смуты. Окей, что здесь у нас? Это у нас предметы, да? Так, печенье дружбы. Это вкусно, активно. Мамочка печет его каждое утро. Ради него можно умереть или жить. И, блин, знаете, я просто думал, в Айзека поиграть может. Потом подумал, блин, Enter the Gungeon. Я сейчас как раз в мобильную там игруху одну играю наподобие нее. Поэтому почему бы и нет. Коктейль Молотова. Так, почувствую огонь. Коктейль Молотова не является пушками, поэтому старожила, так, оружельцы не признают их. Но результат все равно хорош. Преступница знает, что гегемония не позволит ей взять в оружие оружие. Провезла контрабандой несколько бутылок на грузовом транспорте. Так, это было. Было. Хорошо. Так, враги. Это все враги. И боссы. Довольно так большой. Я не знаю, есть ли тут боссы из DLC, которая последняя версия. Это же у нас 2.15, да? Я не помню. Так, я... Почему разрыв экрана? Ну и кто тут у нас? Ты должно быть из новичков. Ну и когда ты здесь, чтобы изменить прошлое, так? Здесь все за этим. Но избавления ты здесь не найдешь. Я, как и ты, пришел сюда когда-то, чтобы изменить прошлое. И теперь у меня нет будущего. Хе-хе-хе. Я немножко помню, как, в принципе, играется. Здесь должны у нас быть пули синие. О, так, ХП. Вот это у нас, типа, ХПшка. ХПшка, броня. У нас есть одна защита. А деньги и ключи, чтобы открывать ящики. Заблудшая душа, представлю, так, перед тобой, мною, и нажми Е, чтобы поговорить со мной. Ибо это я, сэр Мануэль. Влипни мне, и я научу вас, как выжить в этом проклятом лабиринте. Пройдите в дверь, и ваше обучение начнется. А мне не нравятся разрывы экрана. Вперед, к величию. Да. Попробую прикинуть столы и... Так... Пинать больше с помощью кнопочки Е. Пользуйся ими как прикрытие в перестрелке. Здесь был Сэр Мануэль. Да, разнесите здесь все к дребезги, а я потом все приберу. Отлично, ученик. Прохождение в следующую комнату.
Хорошо, кувыркаешься, полезный навык. А вот самый важный урок. Можно совершить перекат, нажав так щелчок ПКМ и кнопку направления. Во время первой фазы переката действует защита от огнестрельного оружия, но когда вы приземляетесь, то защита исчезает. То есть можно прокатываться сквозь пули и другие опасности, но это потребует точного расчета. По вашей команде я уберу барьер, чтобы не погибнуть. Перекатитесь на правую сторону комнаты. Дождитесь после последнего момента и нажмите щелчок ПКМ, чтобы начать перекат. Начинаем испытание. Начали. Начали. Вперед. Блин, мне просто, знаете, я сейчас смотрю, у меня разрывы экран почему-то посередине идет. Недурно. Перекат. Единственная надежда оружельцев. И оружелье воздает тебе фанатам полным. Что у нас тут? Прохода нет. Выполните перекат, чтобы перепрыгнуть яму. А чтобы переделать провалы, подойдите к краю и нажмите щелчок. Вам предстоит перепрыгнуть через эту расщелину. Дверь открыта, но придется преодолеть еще одну яму. Здесь нужен верный расчет. Пройдите через дверь. Давайте. Перекат – главный и лучший способ избежать гибели в перестрелке. Хотя иногда количество пуль может зашкаливать. Вот, смотрите, практически сквозь эту невозможно. Но пройти можно даже здесь. В этом вам помогут пустышки. Пустышки уберет все вражеские снаряды в зале и заставит противника недолго прекратить огонь. Но также раскидает в стороны ближайших врагов. Это даст вам несколько секунд и позволит сменить позицию. Наступайте на них, чтобы их подобрать. Чтобы использовать пустышку, нажмите Q. С помощью пустышек можно убрать с дороги пули, а затем быстро преодолеть расщелину. Превосходно. Пустышки есть на каждом этаже, так что пользуйтесь ими по необходимости. Их также можно найти кое-где вооружили, но я бы не очень на это рассчитывал. Вперед! Я не помню, где здесь есть секретная стеночка. А, так, основы вы уже знаете. Крепкий орешек. Полагаю, вы заслуживаете награду. Оружие под стать вашему телосложению и опыту. Ну же, откройте. Используйте маус, чтобы прицелиться, и щелчок, чтобы выстрелить. Грохострел. Для перезарядки нажмите R. Но сначала найдите, во что стрелять. Когда-нибудь обитель оружелия жестоко, дикой и кровожадного. Теперь убейте его. Хладнокровно. Вы и правда не знаете жалости. В следующей комнате будет настоящие пристрелки. В каждой комнате убивайте всех врагов, чтобы открыть дверь. Встретимся на одной из следующих комнат. Ступайте же. Точно? Не забудьте... ладно. Фак-фак. Ой. Ну такое вы видите, да, мою меткость? Или нет? О, видите, у меня шлем слетел. И она, и этот типа шлем защита, да, она работает как пустышка. Все, да? Получилось. А вы знаете, что такое перекат пустышки и как надо стрелять? Но вам еще есть чему учиться. Вам надо научиться использовать предметы, которые оружие не является. Вот, например, аптечка. Она может восстановить здоровье. Чтобы взять ее, подойдите к ней и нажмите Е. Здоровья у вас сейчас хватает, так что пока не стоит ее использовать. Но в случае нужды нажмите кнопочку Space, чтобы ее воспользоваться. Так, проходите. А где же была секретная комната? Блин, я даже уже на самом деле не помню.
помню, что в какой-то за какой-то стенкой. Разрывы вот этого экрана мне вообще что-то не нравится. А видите эту штуку на другой стороне? Это телепорт. А единожды найдя телепорт, вы всегда сможете к нему вернуться только не во время боя. Чтобы им воспользоваться, сначала зажмите Tab и откройте карту. Затем нажмите на значок телепорта, к сторону вы хотите перекатиться. А понятно или объяснить еще раз? Понятно. Хорошо, теперь воспользуйтесь телепортом, чтобы пересечь расщелину. Запомните, можно... Так, перескочить к любому телепорту, как и... На карте, а не только к телепорту в той же комнате. Во время боя телепортирует... Так, телепорт не работает. Нажмите Е, чтобы встать на портал по пересечению туда, куда вы хотите. Я подожду в одной из следующих комнат. К северу начинайте разведку. Постарайтесь найти оружие. Так, оружие помощнее перед встречей с боссом. Окей, ну у нас... ладно. Ай-яй-яй. Ну блин, я буду сейчас забывать юзать перекат на самом деле. Это будет проблематично немного. Вот, вот это стеночки, вот их можно ломать. А вот для этого используются пустышки. Так, шлем старого рыцаря, защитная защита. Верхопушка. Вау, да ладно. Апгрейд горохопушки. Щит старого рыцаря. Не, пипец, у меня это. Раньше она типа не апгрейдила. Это оружие. Манать. Круто. Пипец мне этого дали. Брони. Так, если у вас больше двух стволов, нажмите Left Counter, чтобы замедлить так время и выберите нужное. Выберите нужно. Для переключения оружия используется Left Counter Manual. Горхострел. АК-47. Этого с боссом полетели. А, скажите, когда вы будете готовы к следующему испытанию. Ну что, используем так в деле все, что вы узнали. Ну давай. Тогда вызываю вас на поединок. Начнем. Прекратите огонь! Прекратите огонь! Горохострел открыт. Кредиты гегемонии. Применение в своей галактике. Господи, этот щит! У тебя мой щит! Это значит, что ты... Ты знаешь мою страшную тайну. Это правда. Я не завоевывал оружелье. Теперь я даже не уверен, что действительно оружелье. Какое унижение. Во всем виноват этот подонок. Кто? Можно было догадаться? Прощай. Кто? Этот гад. Блокнер. Я думал, мы напарники. Но вскоре после нашего прибытия мне выстрелили в спину. Когда я очнулся, я был заперт в чем-то вроде сундука. Я звал на помощь, но никто не открыл, не откликнулся. Уверен, именно он меня засунул. Думаю, он хотел забрать оружие себе, но это у него вряд ли вышло. Откуда ты знаешь, что у него ничего не получилось? Складная история, мне пора. Потому что если бы Блокнеру удалось изменить прошлое, он никогда бы не попал в оружие. А значит, и я тоже. Но я еще здесь, так что должно быть это
Да. Должно быть, он сбежал. Или тоже застрял в оружии. Если так, по делу он подонку. Если вы найдете его, передайте ему привет от Мэнни. Ну. От Мэнни. Ну, вы меня понимаете. Ты просишь меня его убить? Но-но, никто не врил про убийство. Ну да, пожалуй, сделайте это. В любом случае, больше я ничего не могу вам научить. Удачи с оружием и с вашим прошлым. А сойдет. Продолжайте. Вы узнали Блокнера, если встретитесь, он говорит так, по-старинному. Я же продолжу свои исследования, когда мы встретимся вновь. Моя мощь возрастет тысячекратно. Оставьте меня. Окей. А, мы ему, походу, отдали щитик, да, и все, нам, типа, обычный горхострел. Ну, не считай это. Шлем, шлем. Окей. Давайте за десантника тогда забег сделаем. Так, что здесь у нас? Тупик, закрыто. Го наверх. Ладно, тут закрыто. Теперь ты можешь войти в оружие. Так, го, я сразу посмотрю, что у нас по этому новенького. Так, оружие. Горохострела. Первая пушка ребенка. По традиции вручается оружельцам при первом появлении в оружии. Невероятно слабое оружие. Ну не сказал бы с шлемом, он оно жесткое. Блин, жалко, что стик, видите, он типа остается там, где ты его оставил. Да, хер его знает, как-то оно странно работает. Аптечка. Лечит. Аптечки при использовании существуют, улучшают здоровье. Каждая содержит маленький кусочек феи. Врачи без дипломов. Долго искали постоянный источник раненых и без... так, безутешных. Они признали, что оружие – идеальное место для практики. Так, щит старого рыцаря. Отяжелевший от опыта. Щит сыра... Сира Мануэля, укравший генеральдическим знаком его дома кубком знания. На задней стороне рисунок показывает, как правильно пристегивать щит и когда его поднимать. На редкость мало изношен. Потому что, блин, он не знал, когда нужно его было юзать. Шлем старого рыцаря. Защищает... так. Защищает знания. Скромный, но прочный шлем. Когда-то его носил рыцарь с необычно большим... необычной большой головой. Кредиты гегемонии. Так, принимается по всей галактике. Единая валюта во всех системах под управлением человеческой гегемонии. Используйте департаментом запусков для приобретения новых видов оружия и предметов, чтобы складировать их в оружие. Враги. Патрончик. Стандартный образец. Патрончик – самый типичный оруживший мертвец. Эти разумные патроны были ожившие сотни лет назад, когда попадание Великой Пули создало оружие. Они созданы просто... так. Они созданы простые, но бдительные и преданные. Патрончик в бандане. При оружии. Это агрессивный патрончик, атакующий цель бесшабашно, поливая ее автоматными очередями. Согласно некоторым гипотезам, бандана является рудиментом культуры оруживших мертвецов. Как говорится, солнечные очки еще не доказательство. Красный дробовщик. Красный и мертвый. Патроны из красного братства. Самые крепкие и прочные среди всех. Мертводробовщиков. В сообществе патронов дробовщик обычно обеспечивает огневую поддержку своим меньшим собратьям. Балбес. Взрывчатая персона. Жизнь балбеса завершается яркой вспышкой пламени. Остерегайтесь их прыжков. Балбесы даже не думают, зачем они появляются в этом мире, и отважно жертвуют собой, чтобы защитить оружие и его сокровища.
А чё сюда этого сэра не добавили? Типа он что, не является боссом? Ну, один забег сделаем, посмотрим, как оно будет. И закончим серию. Так, цитадель свинцового властелина. Храм старого стрелка, здесь надпись. Убейте свое прошлое, твое будущее уже проклято, остальное стерлось. Так ты типа наперед стреляешь? Так я понимаю. Пули не собираются автоматически, да? Уже они хотя бы упали. О-о-о-о! Сразу шлем вынесли. Окей. Полный. Призраки. Блин, плохо то, что мне можно перезаряжаться здесь. Гоу наверх. Так, ну он, в принципе, так же взрывается, как и свой красный собрат. Пустышка. Хорошо. О, сундук. А, так, теневые патроны. Двойной заряд. А, двойным зарядом это имеется в виду... А нет. А что они имели в виду тогда под нас, под двойным зарядом? Оп, летучие мыши. Так, бочка с водой. Ага, ой-ой-ой-ой. Как-то они хаотично двигаются. Так, закрыто, там какой-то мужик изображен. По идее, если не ошибаюсь, это магазин. Ага, босс уже. Уже босс появился. Ладненько, сюда еще вернемся. Давай вниз. Монет комната, да, какая? С ярким взрывом. Так, ХП. О! Ой, сломал телек. Что-то я камешки рушу своим же телом. Так, используйте карту для перехода в этот телепорт. Хорошо. Рюкзачок. Пустышка 20. Доспехи 25. У нас 50. Мы можем, в принципе, с вами купить доспехи и ключик. О, маска прикольная. Их просто сметает с полок. Что тут-то? А, предлагайте мне сундук так, да, открыть? Типа я открываю, трачу, наверное, на замок денежку. Блин, может я еще ключ где-то найду по пути?
какие-то слизни. Воу, тихо. Ну это, короче, просто два залпа пуляет синий. А не, монетки у меня автоматически подбираются, это хорошо. Го вниз. А, сюда нужно, если не ошибаюсь, бочку привезти, но это чтобы в секретную локацию, кажется, попасть. Блин, слушайте, я не знаю. Мы можем, в принципе, туда... Не, давайте я сделаю так. Я сделаю по-умному. Главное, чтобы не лохануться так жестко. Ладно, поехали. Хоп. Ясно, не лоханулся. Что-то как-то многовато патронов. Ну, хп именно. Перезарядиться. Ну, в принципе, первый босс... Не, второй босс. О, мускулистая птичка. Чайка Гатлинга. Перезаряжайся. Главное смотреть теперь на экран. О, тихо. Пока что все хорошо. Ух, тихо. Изи. А щит девы получил я. А они его сожрали. Чит, чит. Это патрон мастера, первый зал. А ты у нас что? КБ-15. Класс брони выше нуля. Окей, посмотрим, что он будет себя представлять. Слушай, ты выглядишь уставшим. Не хочешь передохнуть и вернуться позже? Удачи там внизу. Окей, поехали. Создаем. Отлично. Если не ошибаюсь, можно вниз спрыгнуть. Нахер надо, на самом деле, вам потом. Странно стреляет. Чик-чик-чик. Или давайте я спрыгну все-таки вниз, посмотрю. Кажется, там что было. Или не здесь. Пойди здесь. Или на третьем этаже это было. Тогда перезаряжаться теперь будем. И нужно не будет забывать о пустышках.
Снайперы чертовы. Уа! Уа! Как я там вообще выжил вот здесь вот? Жопа. Так, гоу сначала вниз. Не, ну пока что нормально идем. Так, вот этот вот мужичок. Ай-яй-яй. Он, если не ошибаюсь, он наперед стреляет. Мне шлем снесли. Ну, шлем не считается, это, знаете, как в Айзеке, серые сердца. Так, отлично. Ну, в принципе, давайте сюда пройдем. Тихо. Спасибо за ама, свинья. Мои боеприпасы забрали. Так, у тебя еще не... Поножи. Оружельца 54. Люксионская пушка. А есть что-то для коллекции? Я заплачу. Но у меня только моя пушка это. Это мозг, наверное, нет. Оп-хоп. А, у меня ключей нет. Рунч? А это что, подождите? Так, там как-то девчуля. Алтаре пусто. А вот сюда, короче, нужно пойти, если не ошибаюсь, принести предмет секретного босса. Но в чем херня? Если ты получаешь урон, то ты все теряешь. Вот в чем херня. Ну, типа, ты теряешь этот предмет, он работает как щит. Ключ камеры. Но мне на самом деле ключ нужен был. Тихо. Полный, в смысле. Ладно. Я пробел нажал. Ящики проклятий. Да, они проклятие дают. Так, комната с боссом. В смысле? Так, вот это я первый раз такой вижу. Гоу в камеру. Вот это... Ой, вот этот момент я первый раз вижу, когда две камеры. Ну, наконец-то. Я знал, что сюда не... Так, не скоро кто-то спустится, но так не скоро. Это длилось целую вечность. Как бы то ни было, надо вернуться в магазин, слишком долго он был закрыт. Загляни-ка к нам... Так, загляни к нам обязательно. Мы на верхнем этаже бреши. Так, я обратно в башню. Ты еще здесь, разве тебе не нужно... Преследовать прошлое или что там еще? Спасибо вам за спасение госпожи Каденции и данного субъекта. Я сопровожу ее обратно в брешь.
Ну давай, бык. Ух, ты всегда такой медлительный. Гэм, пойдем уже свиная башка. Ладно, я хочу посмотреть на самом деле, что это за проход, потому что я впервые его вижу. Ну, именно ввиду вот этот. Ой! Я впервые этого босса вижу. Мана. Ай-яй. А где его хп хотя бы? Ай-яй. Ай-яй. Окей. Карта. Этого этажа. Ни хрена себе. Это типа был дополнительный босс, да? Секретный босс. А, подожди, при получении урона... А-а-а, даже так, нихера себе. Так, а хп у меня нигде, да, нету? Манать, мы с вами убили секретного босса, считайте. Ну да, мы, конечно, уже урон получили. Второй патрон мастера мы не сможем получить. Ни в какую. Ну что я знаю точно, что мы можем сделать? Это сходить за этим. Как он называется? За ключиком. Так, там секретка, но я не знаю, с какой стороны она открывается. Так, мне получается пустышка, да, нужна? Здесь как ключи могу купить. А, вон пустышки. 24. Ключ. Хорошо, пустышка. Узнаем, что здесь. А, пушка кола. Ускоряет. Ага. Окей, так, ладно. Тебя тогда ломаем. Отхиливаемся. Так, стоять. И там, да, в сундук? Арбалет. Это о чем я говорил, это арбалет охотница. Ну что, поехали на босса. Здорово. Очевидец.
тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фух. Шлем, ХП. Удрачатель. Холодная правая жизнь. И он еще плюс улучшен. Ага. Давай я тебя пополню. Подожди, ты, это одноразовый предмет? Лол, я думал, типа этот. На постоянку. Типа активный. Оказалось, нифига. Черная правая шахта. Давайте сюда. И тут нет. Так, давайте я возьму это. Не знаю, насколько он жесткий. Заводная пушка, заводите ее. Блин, жалко, там песня играет. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Это чертов мах, да, его? Блин, у меня теперь песня-то заела в голове. Все? Воу! Блин, пипец, здесь врагов много уже новых. Столы. О, да, вот так можно делать. Прикольная вещь. Пустая комната? Окей. Давайте наверх вернусь, пойду в эту дверь. Тун-тун-тун-тун-тун. И... Там трупик валяется, здесь трупики. Типа они остаются? Ну ладно. Так, подожди. Alt.
Ух, тихо. Походу его можно атаковать, когда он только рот открывает, да? Да. Так оно и есть. Так оно и есть. Ой-ой-ой, что-то не помню момента, чтобы пули отскакивали. А, волшебная конфетка. Или карамелька. Конфета. Столетняя жара. Тридцать пять. Не знаю. Блин, давайте ключ возьмем. Ключик. Смотрим, далеко тут. Может, когда у меня типа не фул хп, оно начинает как с пулемета. Ах, ты ж ё-моё. Манать. Ну чисто, чтобы кровотечение дать. Чисто, чтобы дать кровотечение. Угу. А где-то там щиты продавал. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Ух. Дальше. Отлично. Остудил твой пыл. Окей. Там мне нужно с помощью чего-то иного попасть туда. Еще один сундук. А, так его и так можно сломать, оказывается. Он босс, найс. Бац, 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 бац. Так, сюда. Оп. Перезарядка. Можно, знаете, типа, стрельнуть, перезарядиться, стрельнуть, перезарядиться и так делать, типа. Так, что у нас? Два золотых сундука. Давайте вот нижний откроем. Морозный амулет амуниции. Шанс заморозки. Значит, сюда. Просто делаем так. Хлам. А как он будет в следующий раз? Каким он будет в следующий раз? Ну, не знаю, но у нас теперь друг мусор. У нас друг мусор.
Ну чё, ну в принципе, я не знаю, го еще в магазин слетаю, у нас деньги есть. Ах, черт. Пустышку взять. Да ладно. Думаю, может сойдет. Попробуем. Проницатель мины. Ух ты ж, ё-моё. Не знаю, что он делает, но я и знать не хочу. Не хочу знать, не раскидывать ТНТ. Так, подожди, подожди, подожди. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да не, ну ребят, ну это как-то слишком сложно, типа у меня пушки почти его не выносили. Присоединитесь к перестрелке. Щедево. Вы погибли один раз. Несатник, шахта. Время 32 минуты. Ну, это потому что мы еще читали, да, какой-то промежуток. Вернуться в башню. Ну-го. Не, ну смотрите, в принципе, за очень долгое время, когда последний раз я играл, а я играл, когда она вышла. Да, это было давно. И, в принципе, первый забег. Нормально, нормально. Ладненько, давайте, я думаю, сейчас тогда просто десантника или кого пикнем. Да, давайте просто тогда закончим так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!